We don't attack Putin. 우크라이나 этой ночью попыталась нанести удар по Кремлю при помощи беспилотников. Как сообщили в пресс-службе президента, российские военные и спецслужбы при помощи систем радиоэлектронной борьбы вывели из строя два дрона. Вследствие их падений и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет. Москва расценивает атаку на резиденцию. We don't attack Putin or Moscow. We fight on our territory. I can't in any way validate them. We simply don't know. Second, I would take anything coming out.